Группа ЧТПЗ внесла очередной вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Металлурги изготовили партию кислородных баллонов, которые необходимы для работы аппаратов искусственной вентиляции легких. Наш цех уже много десятков лет выпускает баллоны высокого давления. Мы имеем техническую возможность выпускать данную продукцию для медицинских учреждений. В условиях пандемии коронавируса это вопрос очень актуальный. Наши производственные мощности позволяют нам в разы увеличить производство данной продукции. Заказ на производство баллонов для кислорода Первоуральский новотрубный завод получил от Казахстана в начале апреля. С просьбой как можно оперативнее поставить продукцию к предприятию обратился вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Изготовление кислородных баллонов отличается от производства стандартных. Требуется более тщательная очистка внутренней поверхности емкостей, так как в последующем они будут использованы в системах жизнеобеспечения пациентов как в больницах, так и в машинах скорой помощи. 700 баллонов емкостью по 2 литра каждый на предприятии изготовили за месяц. По словам металлургов, при необходимости производства продукции для медицинских учреждений можно увеличить в 5 раз.